Эту женщину наш народ не забудет никогда, даже не просите. В суровые 90-е она, подобно Штирлицу в 70-е, объединила наших мужчин с нашими женщинами у экранов телевизоров. Объединила не хуже самые лучшие национальные идеи. Данная национальная идея заключалась в том, что богатые тоже плачут. Тогда богатых было еще мало, но истину мы запомнили и с тех пор ей верны. Итак, встречайте, звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро, и не одна, а с сыном. Вероника Кастро с детства мечтала стать актрисой, причем неважно какой. Получив дипломатическое образование, она играла в театре, танцевала в ночном варьете, а потом снималась в кино и телесериалах. Сейчас госпожа Кастро влиятельный телепродюсер в Мексике, и вся ее большая семья помогает ей в этом нелегком деле. Здравствуйте. Дорогая Вероника, я вас поздравляю с премьерой, с вашим первым появлением на петербургском телевидении. А петербургских телезрителей поздравляю с тем, что на их глазах Марианна нашла наконец своего сына. И да, и зовут его, как оказывается, не Хосе Игнасио, а Мишель. И su nombre no es José Ignacio, es Michel. Es Michel. Y отец его не Луис Альберто. И su padre no es Luis Alberto. No, no es el caso tampoco. И в жизни Мишель занимается чем, он сам скажет? Pues realmente tuvo una infancia muy, muy contenta. У меня было отличное детство, я прекрасно провел с такой удивительной мамой все детство. А потом я закончил, только что закончил университет, как заметила Вероника, это было буквально 2 недели назад, как в Мексике, так и в Нью-Йорке, учился, закончил мою специализацию именно телевидение. Значит, это наверняка замечательная мама сказала: дорогой Мишель, пойди поучись телевидению, стань режиссером и будешь меня снимать в своих фильмах. На самом деле это было его решение, потому что он никогда, ему не нравилось, когда на него смотрят камеры. Я тогда сказала: ну хорошо, раз тебе не нравится, чтобы на тебя смотрела камера, тебе нужно быть за камерой. А когда камера смотрела на маму, вам нравилось? Sí, la verdad, на самом деле это просто потрясающее ощущение, потому что когда был совсем маленький, я не понимал, что мама так далеко, что я не нахожусь прямо рядом с ней, но я ее видел. И из-за этого я полюбил работу, которой занимается моя мама. И теперь, находясь в такой далекой стране, далекой от моего дома, я вижу, как к ней относятся люди, и тем более я понимаю и ценю маму. Говорят, что в Эрмитаже вы подверглись просто массированной атаке со всех сторон, и времени на классическую живопись у вас практически не было. На самом деле, конечно, не очень мы успели посмотреть этот город, потому что в основном я занималась тем, что я фотографировалась и общалась с людьми, которые меня так любят, и для меня это было больше знакомство с этими людьми, и их поведение меня очень сильно наполнило эмоциями. Кроме того, мы встретили директора Эрмитажа, который был немножко испуган такой удивительной встречей, и он не очень помнил, кто я, как говорит Вероника, но тем не менее было очень приятно его видеть, потому что для меня это очень большая честь его видеть. Можете мне поверить, что это он делал вид, это он изображал очень серьезного эстета. На самом деле, наверняка, 10 лет назад, или сколько там, вечерами приходил домой Михаил Борисович Петровский и включал сериал и смотрел про богатых, которые тоже плачут. И por eso llegué yo y le dije: hola, yo soy Вероника. Поэтому именно вот так вот мы с ним и поступили, сказали: здравствуйте, я Вероника. Soy arriesgada, Dmitry. Я вот так на него набросилась, понимаете, Дмитрий, и сказала: здравствуйте, как дела? Hola, ¿cómo estás? Вы не посмотрели город, но получили сумму положительных эмоций от петербуржцев и гостей нашего города, которые увидали Марианну живьем и мимо нее пройти не могли. А Мишель-то тут ни при чем вообще, он крайне оказался. Он приехал в город посмотреть, а тут вот... Solamente siguió con la cámara. No, он фотографировал. В следующий раз без мамы приезжает. Que la próxima vez que tienes que venir sin mamá. Sí, claro. Говорят, что вы один из самых завидных мексиканских женихов, это правда? Prefiere ser el novio de todas acá. De todas las rusas. Porque son muy bonitas. Ему больше бы понравилось быть всеобщим женихом для русских женщин, потому что они гораздо более красивые. Я поэтому и говорю: без мам приезжай. Por eso te digo que vuelva sin mamá. Seguro que sí. Да, совершенно точно. На самом деле вы сами виноваты. Вы в 92-м году приезжаете в Москву и дарите ей 10 дней. В 2006 году приезжаете в Петербург и 2 дня каких-то, ну что это так? Но дело в том, что я даже не ожидала, что будет настолько благодарна публика, что настолько меня будут помнить. И это меня с каждым днем наполняет все большими эмоциями, все больше мне хочется благодарить этих удивительных людей. За то время, что прошло со
дня триумфального показа, со дней триумфального показа вашего сериала. Количество богатых в нашей стране неизмеримо выросло. Что бы вы могли пожелать или сообщить русским богатым? Что богатые тоже плачут, они знают уже от вас. Что еще они должны узнать, чтобы им могло помочь в их трудной, богатой жизни? Тяжело то, что богатые не только плачут, они плачут по тем вещам, которых нету у бедных, может быть, какие-то болезни. И дело в том, что не всегда все можно купить за деньги. В жизни есть очень много вещей, которые как не купишь за деньги, так и они и не стоят денег. Потому что это как любовь, так и друзья, так и хорошая погода, так и жизнь без болезни, так и приятное общество, приятная компания. Это то, что и денег не стоит, но и за деньги не купишь. Л'амор и амиго, я понял. Дружбу не купишь за деньги и любовь тоже, правильно, нет? Такого плана. Вы, безусловно, богатая женщина, хотя бы потому, что у вас такой замечательный сын, причем не один. Раз. А в таком примитивном понятии можете ли вы считать себя богатой или просто обеспеченной актрисой? Я женщина потрясающе богатая, потому что у меня есть мама, у меня есть семья, у меня есть потрясающие дети, у меня есть любовь этих удивительных людей, которые настолько меня сейчас потрясли и продолжают потрясать. В экономическом плане я не могу сказать, что я настолько богата, чтобы перестать работать. Вы не настолько богаты, чтобы, например, Мишель мог заняться тем, чем ему хотелось бы заниматься, и не думать о заработке? На самом деле в этом-то и состоит все важное в жизни, чтобы дать моему сыну возможность работать и заниматься тем, что ему хочется, а главное быть счастливым человеком. К вопросу о счастье и о самом престижном женихе Мексики. Председатель жюри этого конкурса вы? Вы кандидаток, а отслеживаете, отсеиваете, выбираете? Нет, еще очень важна бабушка в этом вопросе. В свое время, когда я был маленький, я тоже делал ровно то же самое, что мама сейчас, потому что когда я видел маму на экране с каким-то другим мужчиной, меня это потрясало и наполняло такой очень сильной ревностью. Любой поцелуй на экране меня приводил в бешенство. И сейчас тоже мама, видя меня с новыми девушками, очень не сильно это одобряет. Мамина ревность понятна, а ваша ревность к другим мужчинам, которые появлялись около мамы на телеэкране, и вот эти вопросы, кто это Луис Альберто, это прошло уже, этого больше нет? На сердце. Сейчас, на самом деле, я уже большой, я, конечно, понимаю всю эту работу, а когда был маленький, мне было очень трудно. Я почти уверен, что один из первых, или, по крайней мере, один из самых успешных фильмов Мишеля будет называться «Богатые смеются» и делают это часто. Это будет история автобиографическая, в ней будет занята вся семья. В главной роли будет блистать Вероника Кастро. Серия будет «Тьма тьмущая», все они приедут в Россию, все они будут тут отсмотрены благодарным женским и мужским населением. И вы снова станете, собственно, вы не переставали быть главной героиней отечественного нашего телеэкрана. На самом деле, в данный момент он снимает уже три фильма, и ни в одном меня, говорит, не занял. Но это его мечта, и очень хотелось бы, чтобы он снял уже такой фильм, чтобы была мама. Три фильма без мамы – это форменное безобразие. Я надеюсь, что Мишель наконец одумается и поймет, чем на самом деле нужно заниматься. Также рассчитываю, что в следующий раз вы приедете в Петербург поодиночке, и каждый найдет себе здесь свой собственный интерес. Exactly. Encantaría. Было очень неплохо. Спасибо большое, что пришли в гости. Спасибо. Последний момент. Я читал, что во время вашего первого приезда вы в кадре делали пельмени. В один из этих маленьких пирожков положили кусочек сахара, и телеоператор, которому он достался, получил от вас награду поцелуй. Это правда? Мучил. Это было? Си. Аси фой? Я могу рассчитывать на это без пельменей? Por supuesto. Спасибо. Я обязательно вас понял. Спасибо.